Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So my... Всем привет! С вами Кучер Александр, и в этом видео мы будем делать вот такую вот гусеницу. Очень симпатичная и красивая гусеница. Для изготовления этой гусеницы нам понадобится 10 шариков 12 дюймов, 5 зеленых на ножки и на голову и 5 разноцветных. 5 шариков ШДМ 260-х, это на ручки, на воротничок и на вот эту вот бантик. 2 ШДМ 160-го размера, это на эти бантики. И 5-дюймовый шарик на грузик для водички, это вот сюда вот, чтобы гусеница стояла. Еще по своему усмотрению можете сделать какой-то цветочек и прицепить в руки этой гусеницы. Приступим. Начнем с ножек гусеницы. Для этого нам понадобится 4 шарика 12 дюймов. Надуваем их на 8 дюймов, калибруем. Немного округляем, придавливаем. Связываем в четверочку. Это у нас будут ножки гусеницы. Вот так. Так, берем грузик зеленого цвета с водичкой и привязываем к этим ножкам. Ну вот. Само тельце будем калибровать на 7,5 дюймов. Вот у меня такой калибратор. Для тельца гусеницы нам понадобится 5 шариков разноцветных. Можно на свое усмотрение. Я взял такие 12 дюймов. Будем калибровать их на 7,5 дюймов. Также округляем их немного. Оставляем небольшие хвостики, вот такие, потому что мы тельце будем сгибать.
Ну вот, получилось вот такие вот шарики. Теперь будем делать само тельце гуси. Шарики откалибровали на 7,5 дюйма. Теперь нам нужно сделать два хвостика. Для этого нам понадобятся вот такие вот остатки ШДМ небольшие. Привязываем сюда, к пятому хвостику. Вот таким вот образом. Теперь сворачиваем вот этот хвостик, как бы такую грудочку. Вот, свернули и проталкиваем его к середине шарика, вот сюда. Здесь мы его захватываем. У нас получается вот здесь вот такой хвост. Захватываем и перекручиваем. Перекрутили и привязываем еще один хвостик вокруг этой как бы грудочки узелка. Ну вот, получилось вот такое вот колесо с двумя хвостиками. Вот у нас и будет состоять тельце вот с таких вот частей. Давайте покажу еще один на примере сиреневого. Привязываем кусочек. Делаем как бы грудочку, комочек такой, комочек, узелок, как нравится, и проталкиваем к центру шарика. Захватили. Привязали. Вот. Получилось два хвостика. Продолжаем также со следующей. Ну вот, все части тела мы надули. Вот получилось 5 таких вот частей. Пока убираем в сторону, надуваем голову. Голову калибруем на 10 дюймов. Теперь будем соединять все эти части. Берем за хвостик и привязываем к шарику. Таким вот образом.
мы привязали, привязываем голову. Делаем руки и украшаем саму гусеницу. Берем шарики зеленого цвета, ШДМ 260, и надуваем. Это значит 3-4 пальчика вот такой вот пузырек, потом завитушечка на 4 пальчика. Вот. И обматываем. Здесь вот завитушечка. Получилась вот такая вот первая пара рук. Лишнее обрезаем. Ну вот. Получилось вот такие вот две пары рук у гусениц. Пока в сторону. Будем украшать. На голове у нее будет два бантика розового цвета и один желтого. Бантики розового цвета, ну, или малинового. Будем делать из 160-го ШДМ. Немного убираем, чтобы бантик был более немного меньше. Связываем между собой. Делаем сразу вот такой вот на 3 пальчика. Круто, это у нас будет серединка бантика. А из этой части, как делаем ромашку, складываем в 3 раза, 3 одинаковые, вот так. Перекручиваем. Ну вот, получилась вот такая вот ромашечка с серединкой. Цеплять мы ее будем вот так на голову. Ну вот, у нас получилось два вот таких вот розовых бантика. Теперь делаем желтый. Спускаем шарик до того времени, чтобы он был мягкий-мягкий.
получим вот такие два рожка. И снова делаем ромашку. Ну вот, получилась вот такая вот бантик с рожками. Теперь нам нужно еще сюда два зелененьких рожка. Берем ШДМ зеленый, разрезаем его пополам, 260-й. На одном, так как здесь два входа получилось, завязываем узелок . Растягиваем вот эту часть в краю вот так, как бы посильнее, и здесь в краю. Это мы делаем для того, чтобы у нас в первую очередь начинала надуваться эта часть шарика. Вот так вот, видите? Завязываем. Получился один рожек. И связываем их между собой. Это тоже обрезаем лишнее. Вот такая вот пара рожек. Засовываем в шарик. Вот. Получились вот такие вот рожки. Ну что же, давайте прицепим теперь это все на голову. Берем двухсторонний скотч. Ну вот что вышло. Теперь рисуем мордочку самой гусеницы. Глазки, ротик, носик. А, носик мы делаем из зеленого вот ШДМ. Вот такой вот кусочек у меня есть. Завязываем узелок. И надуваем его. Получился вот такой вот носик. Для начала нарисуем сейчас глазки и рот. Для удобства можно отметить, где у нас будет нос. Чтобы глазки нарисовать более симметрично. Все равно мы потом эту точечку заклеим на
нашим зеленым носиком. Берем наш лазик. Теперь берем белый маркер. Ручка корректор называется. Смотрите, какое со стержнем. И зарисовываем глаза. Ну вот, личико мы нарисовали, носик приклеили, добавили еще воротничок вот такой вот интересненький. И получилась у нас вот такая вот гусеница. Еще этой гусенице можно в руки дать цветочек, какую-то божью коровку украсить, чтобы она держала как бы сюрприз. Ну, как-то так. Всем спасибо за внимание. Пока.